идеальная стабильность и управляемость, полный контроль над автомобилем и безопасность на дороге. Вот задачи, которые ставили перед собой наши инженеры. Так появилась система интеллектуального полного привода SAWC. Super All-Wheel Control. Добиться настоящего успеха позволил тандем сразу четырех систем. Полного привода, трекшн-контроля или противобуксовочной системы, системы курсовой устойчивости и ключевого элемента AYC – Active Yaw Control. Именно система контроля поворачиваемости автомобиля вокруг центральной оси Active Yaw Control позволяет нашим автомобилям демонстрировать такую потрясающую устойчивость и управляемость в сложных дорожных ситуациях. Впервые подобный алгоритм работы полного привода был представлен на знаменитом Lancer Revolution. А сегодня SAWC является неотъемлемой частью двух наших кроссоверов – Mitsubishi Outlander GT и Mitsubishi Eclipse Cross. Блок управления опрашивает множество датчиков и узлов. Чтобы понять, едет ли автомобиль туда, куда направляете его рулем вы, или его траектория отличается от задуманной вами. Если траектория отличается, блок управления дает команду тормозам, электроусилителю руля и электромагнитной муфте подключения задних колес, чтобы автомобиль выровнял траекторию. Что чувствуете в этот момент за рулем вы? Вы чувствуете, что вы прекрасный водитель, а автомобиль едет как по рельсам. Ну а сейчас самое время перейти к практике. Когда автомобиль заходит в правый поворот, центробежная сила начинает выталкивать его влево, создавая почву для сноса передней оси. Увеличивается радиус маневра, а траектория движения изламывается. Чем выше скорость, тем больше вероятность сноса. Для наглядности в пару к GT мы поставили обычный Outlander. Посмотрите, как автомобили проходят один и тот же поворот на одинаковой скорости. Начнем с 40 км в час. Разницы почти не видно. GT чуть точнее, обычный Outlander чуть шире. Но оба уверенно берут резкий поворот. А теперь увеличим скорость до 60 км в час. Поворот достаточно резкий, под 90 градусов, поэтому Outlander начинает заметно вываливаться из полосы. Тем временем GT не испытывает вообще никаких проблем. Машина едет по той же траектории, что и при низкой скорости. Схематически изображу движение автомобилей на доске. Синий мелок – обычный Outlander, а белый – GT. Траектория движения стандартного кроссовера выглядит следующим образом. Машина заходит в поворот по центру, а выходит из дуги уже ближе к обочине. А теперь GT. Система SAWC позволила автомобилю прописать идеальную дугу даже на относительно высокой скорости. То есть водитель кроссовера оказался на выходе в таких же условиях, как и на входе в поворот. Вот он, залог безопасности на дороге. Достигается этот эффект за счет логики работы системы SAWC. Правое переднее колесо незаметно прикусывается штатным тормозом, заставляя автомобиль активнее ввинчиваться в поворот. В случае левого поворота то же самое произойдет уже с левым колесом. В середине поворота в действие вступает муфта подключения задней оси, постепенно добавляя момент на задние колеса. Автомобиль начинает сам себя заталкивать в поворот. А в конце поворота система добавляет момент на левое переднее колесо и как веревкой как бы вытаскивает за это колесо весь автомобиль из поворота. Открою все карты сразу. Мы испытывали работу системы SAWC на закрытой площадке. И Outlander GT сбил конусы на 85 км в час. Законы физики все-таки нарушить нельзя. С простым поворотом все ясно. Давайте усложним задачу. Сделаем из простого поворота шпильку, для прохождения которой от автомобиля и водителя требуется еще больше сноровки. Это испытание даст ответ на вопрос, как быстро срабатывает система. Обычный Outlander проходит испытание. Скорость заставляет водителя крутить руль и очень аккуратно работать с педалью газа. На тормоз нажимать нельзя, машину вынесет из поворота. Впрочем, этого и не потребуется. Противозаносная система самостоятельно нивелирует все попытки пошалить. Машина клюет носом, теряет скорость и плавно завершает маневр. А теперь посмотрим на поведение Outlander GT. На скорости 60 км в час автомобиль заходит в резкий поворот, не сбрасывая скорость и также ровно выходит посередине.
заноса, свиста покрышек и пробуксовки нет. Педаль газа выжата равномерно. Скорость все еще 60 км в час. В повороте кроссовер не вываливается из траектории, идеально проходя резкий изгиб. Система SAWC срабатывает мгновенно, нивелируя саму возможность сноса или заноса, и позволяет совершать сложные маневры на высокой скорости. Чтобы нагляднее продемонстрировать принцип работы Super All-Wheel Control в шпильке, зарисуем испытание на доске. Вот по такой траектории двигается классический Outlander. Уходит левее в начальной части, а потом правее. Примерно здесь срабатывает противозаносная система, и машина теряет скорость. Берем белый мелок. А вот так проходит тот же поворот GT. По центру входит в стартовые ворота. Проходит апекс первого поворота. Заходит во второй. Здесь система SAWC прикусывает левое колесо. А через долю секунды, вот здесь, уже правое. Несмотря на скорость, наш кроссовер точно выполняет желания водителя. И легко, а главное безопасно, проходит испытания. Одна из самых сложных и опасных ситуаций, которая может подстерегать на дороге, это внезапное появление на пути следования препятствия. Что сделает любой водитель? Правильно, резко крутанет рулем и выжмет педаль тормоза. Рефлекс. Обычный Outlander справляется с маневром благодаря противозаносной системе. Но посмотрите, как ведет себя GT в тех же условиях. Машина, не теряя скорости, ловко проходит изгиб и возвращается в ту же траекторию. Увеличим скорость. Кроссовер показывает аналогичные результаты. Машина сама справляется с заносом, оставляя водителю куда больше шансов выйти сухим из воды. Я зарисую траекторию движения обеих машин на доске. Вот так объезжает препятствие обычный Outlander. Здесь срабатывает противозаносная система, не давая машине уйти в обочину. Здесь автомобиль выходит из маневра. Mitsubishi Outlander GT справляется с задачей, но траектория движения кроссовера значительно отличается от предшественника. SAWC срабатывает до сноса или заноса, не позволяя ему случиться. А обычная противозаносная система вступает в действие уже после того, как автомобиль начал скользить. У Super All-Wheel Control есть несколько интересных особенностей, которые точно понравятся российским водителям. Во-первых, система позволяет куда увереннее и быстрее выезжать со скользкой обочины или второстепенной дороги. Крутящий момент перебрасывается на те колеса, которые имеют лучшее сцепление, а электроника следит за тем, чтобы автомобиль ехал туда, куда повернут руль. То есть владелец Mitsubishi Outlander GT может резвее и увереннее стартовать с обочины, исключая саму ситуацию, когда автомобиль может внезапно потянуть в сторону грязи или глубокого снега. Давайте сравним. Вот так это упражнение выполняет обычный Outlander. После проворота колес и срабатывания противобуксовочной системы машина плавно выезжает на твердое покрытие. Теперь GT. Кроссовер уверенный и намного быстрее выбирается из этой ситуации. Колеса не буксуют, вспомогательные системы срабатывают мгновенно, и автомобиль едет туда, куда вы хотите, независимо от того, что под колесами. То же самое происходит на скользком подъеме. Направляя крутящий момент колесам с лучшим сцеплением, система SAWC позволяет автомобилю увереннее стартовать, предупреждая возможный снос или занос. Наша уникальная система интеллектуального полного привода Super All-Wheel Control позволяет владельцам Mitsubishi Outlander GT и Mitsubishi Eclipse Cross легко переносить даже самые обильные капризы российской погоды. Дождь или снегопад — не повод оставлять машину около дома. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, будет интересно. Увидимся. Пока!